Так, что, прям раму его валить? Да, ну просто ставьте, да. Прям ставьте, он не заденет. У меня посадка собрались. Сейчас я спущу. Так, заводим. Лучше на самом деле по одному кататься. Потому что так это неудобно будет тебе. Масло, да? А потом через 7, да? Не могу найти. Да, я нашел. Потом через 7 баков. Да, да, да. 7-8 баков. Ну, чем чаще менять, тем лучше. Ну, через 7 решили. На холостых ему тоже дотить не особо. Да, потому что у него воздушное охлаждение. Он не охлаждается, глуши. Нет, с Димой не надо. Ну, потому тебе что неудобно, тебе да. Тебе неудобно будет. Вот такой будет держаться. Не, он упадет, он скользнет и упадет. Заглуши. Да. 6-7 часов, да, по-моему? Да, то есть 5 циклов у вас полной зарядки и полной разрядки. Это заводиться уже не будет, поставите на зарядку 8-10 часов. И... А, то есть мы ездим, пока он... Да, пока у него аккумулятор крутить не будет, вот. Ставим на 8-10 часов. Да. Ну, на ночь поставили, утром сняли, потом опять покатались. Так, значит. Четырехтактная. Четыре такта. 10V40. Пол синтетик. Рекомендовано есть какой-то? Ну, мочуль можно купить. Только на красный цвет должна быть. Там в баночке увидите много подделок. То есть первые 5 зарядок мы его садим до конца. Да, 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 абсолютно. Ну и вообще, как бы в дальнейшем, чтобы аккумулятор, ну, сами знаете, как на телефонах. Чем... Вообще, да? По 15 минут аккумулятор, это не зарядка. Да, сначала вниз. Выпускай вниз, потом это, потом. Да. Зажигание включи. Ключ. Да, теперь так. Отжимай кик свитч. Теперь кнопочку вниз. Оно не на... Вот так? Вот так, да, вот так включено. Да, так. Теперь любой из этих тормозов выжимай. Любой. Тот можно, тот да, какой тебе удобнее будет. Ну ты вот смотри, этим выжимай, а этим нажимай кнопку старта. Не, ну вот это выжимай. Здесь кнопку нажимай. Сначала да. Это, потом да. Это. Да. Вместе, одновременно. Одновременно. Не, нет, подольше. Ну он завести. Да. Все, отпускай. Вот у тебя индикаторы, да, вон у тебя, видишь, не горят, значит, у тебя уже вперед включена. Если у тебя, вот, смотри, нажимаешь, да, вот, задняя, и нейтральная, и потом передняя. Зимой его консервировать ничего не нужно, да? Можно ехать? Ну, да, там... Можно ехать? Полный бак только, вот, да. Металлический бак. Да, да, у вас металлический. Сейчас, подожди. Болтаться, да? Да, они на всех так. Некоторые подрезают их, да, чтобы а они... что за трубочки? Ну, тут обратка вот. Нижняя обратка или верхняя? Да, нижняя. А это воздух. Ну, сюда можно просунуть.
рассказывать, да, как? Нет. А ну, оставь нам брелки и поезжай. Это мы тебя заглушили. Да, то есть завести, дальше продолжить. Три, да? 2-3 раза, да. Да. Вот. Также есть сигнализация. Ну, то есть, как у машины. То есть можно его поставить на сигнализацию, и ребенок всовывает ключ, да, или начинает тревожить его, и он начинает пищать. Вот. Ну и колокольчик там куда-нибудь уехало, не видите, не слышите, да? Можно вот так вот просто колокольчик нажать. Ага. Значит, смотрите, с брелка заводили, с брелка глушите, потому что, ну, если вы уже ключом будете поворачивать, то у вас не потухнет ни приборная доска, ни фары, ничего. Вот. А то ничего есть... не загорится, да? Нет, не потухнет. А, не погасит. Вот, да. Кнопочку нажми. Ты всегда ее включаю, выключил и включаешь. А выключила, сразу включила. Поняла? Не погаснут, да? Да. Видите? Угу. Открытый замочек нажимаете. И теперь ключи вытаскиваете.